представляете, моя мама ушла в магазин, а меня оставила одной дома. И я сейчас буду кланяться ее и косметикой. Сейчас откроем, что мне там надеяться. Будем играть. Так, это, по-моему, мой класс. Покрасим нам бровички. Так, возьмем. Это нам не надо. Это зачем-то я не знаю. Тут кисточка. Сейчас будем краситься. Возьму-ка я вот этот темный. Вот этот. Я так хотела темные губы. Как у мамы. О, классно. Смотри, как много. Я сейчас буду красить. О, боже, боже. Классно. Супер. Не мальчик какой-то. Я такая красивая. Красим, красим, красим. Остаточка. Ребята, вам нравятся мои брови? Наверное, нравится. Потому что я красивее должна быть. Будем смотреть, что там еще есть. Так, 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 так. Ох, я сейчас гномиком стану. Так, как открывать? Как вообще мама открывает? Как это там открывается? Наконец-то у меня получилось. Так, у нас кисточка. Кисточка! Кисточка где-то. О, вот, вот, вот. Сейчас будем кататься. Какая пушистая классная кисточка. Такая красивая я буду. Ой, блин. Класс. Супер-супер. Мама, ты красится, и он супер. Но как она красится ей, если бал идет? Я не понимаю. Я красивой буду. Наверное, я оставлю на неделю макияж. Я вырасту, как мама, и пойду жениться с такой, таким макияжем красивым. Ой, не жениться, а... Ой, забыла. Точно, замуж. Пойду. Ой, принц, как меня болит. Я как принцесса прям. Вот. Открываем. Ой. О. Так. Ой, какая я буду красивая. Так. Тим. Классно. Ой. Вот так намазываем. Так, я хочу уже у мамы, я губы мазала, теперь мы закрываю. И еще, о, вот, эй, открывается. Классно, супер. Так, я хотела взять. Помадка. Ребята, ну как я вам? И губки накрасили,
crescendo o cabelo. E a Toshina Príncipe Amonorável na violeta. É bicho de comentário. Aí é. Desculpa. Foi tão bom. Te pedi. Это бронзовый. Щечки сейчас мы сделаем. Сделаем, как хорошо. Ребята, скоро мама придет, мне надо сейчас пофоткаться, все отправить друзьям и побежать быстрее, что смывать. Так, ребята, если вам понравилось мой макияж, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока, я побежала быстрее фоткаться!